Здравствуйте, дорогие мои подписчики. И как видите, наступил наш очередной Новый год 2022. И мы вот сейчас гуляем по чудесному лесу. Вы можете увидеть такой замечательный снегопад был. Все уволокло в такой вот белой полотне. И вот желаю вам такого же теплого, хорошего года, нежного, чудесного, чтобы у вас, соответственно, все было замечательно, дорогие подписчики. Мы будем продолжать развивать свой канал. Канал по робототехнике, программированию, 3D-моделированию, разработке игр. Ну и, конечно же, рассмотрим такие моменты, как дальнейшее развитие наших методик в разработке книг. Вот по Python, по Java. Ну и вот очередная наша книга выйдет от издательства Феникс с моим соавтором Алисой Витальевной по математике Майнкрафт. Кто еще не занимался и не изучал наши книги по программированию в Майнкрафте, можете посмотреть. Интересно, мы взяли, уже опробировали многолетний, так сказать, уже 5 или 7, нет, даже 5,5 лет использования данной книги, точнее методики из данной книги для обучения детей программированию на Python с использованием Майнкрафт. И вот издательство Феникс выпустило нам книгу под одноименным названием. Сейчас будет скоро выходить следующая часть книги, посвященная математике. И мы будем вот этот наш мир весь описывать с помощью математических функций различного тематики, начиная от простых линейных функций, так сказать, афинных преобразований, ну и, соответственно, переходить к дальнейшим более сложным понятиям: кривые по второго порядка, поверхности второго порядка, ну и, конечно же, фракталы. Очень интересная тема. Так что обязательно, если кому интересно, можете посмотреть, изучить эту тему. Уже в этом году должна выйти эта книга. Но, соответственно, вот такая небольшая презентация я вам изложил, ходя, как говорится, по лесу, дыша свежим воздухом. Сегодня вот такой вот прекрасный день. Ну а дальнейшем у нас продолжим уроки по гейму, по Unity. Кто-то желал тоже посмотреть, послушать, как программировать и как создавать игры с помощью данной среды. Соответственно, не углубимся в следующий раз в язык Java. Java свяжем с Minecraft. И для тех, кто любит Java или хотел, мечтал сделать на языке программирования Java, то как раз можем попробовать. Примерно вот как-то так. Вот сейчас этим прекрасным годом мы начнем развивать не только программирование как в области обучения, но и в области обучения через книги. Не только через цифровые технологии, но и через книги тоже. Так что следите за новостями. Желаю всем хорошего этого Нового года, без потрясений, благополучия, материального и здоровья, благополучия тоже, и, соответственно, любви. Всем пока-пока.